сейчас. Саша, обходи, обходи. Молодец. Юля, пошли. Дай. Да, дай.
Саш, по кругу, по кругу, по кругу. Ну, лица до полка. А так они проходили. Это уже не сравнивается. Саша, Саша, обходи, Саша. Почему я говорю, что... Стойку ставь, стойку ставь. А, вот еще тогда понятно. Я там хлеба дошла, я думала, что... Стоим. Стоим, стоим. Это девочка маленькая. Ну, кило владеет. Саша, скажи, стоять, разговаривай с ней. Вот так вот, вот так, Саша, вот так. Очень хорошо выстрелили, чуть-чуть не попадали, в следующий раз не хотели. А так молодцы. Все, Сань, закончилось, спасибо. Все, ура. Спасибо большое. Выставили очень хорошо. Мышка опыта не хватает. Первый раз. Первый раз. Да, он посидел, он серенький. Она мне завезет. До этого пока не было никого, вообще Юрков не было. Ходили три коллеги взрослые, добили, да блин, эти. Как только мы выпали, сыпал по защите. Бэйби как конкуренция, блин. Как конкуренция Юрка, все на работу поступали, творили. Нам всегда везет, я уже привыкла. Я как вспомню Азию, где мы вышли первый раз и сразу 18 юрков, ну, ворок, все те, кто играет. На куда ты был, не помню. Да ты что, я тихо была. Спрашиваешь.
Нет. Что, дожились? До первого места. Ура! Эта девочка, она тоже о Фоксике мечтала, которая судила. Она говорит, ладно, я хочу такого же Фоксика. Не, ну она правда хорошо. И собака хорошо себя вела, и Маша.